Представляем вашему вниманию линейку сувениров с обвинской росписью. Обвинская роспись – это одна из самых ярких и самобытных росписей Урала. Зародилась она на реке Обве, отсюда и название. Самый известный элемент обвинской росписи – это обвинская роза. Цветок с 8 лепестками и туго закрученным бутоном посередине. Это символ жизни, солнца и гармонии. В нашей линейке представлены вот такие баночки для сыпучих продуктов. Разные. Бывают карандашницы, например, вот шпильки для волос такие. Небольшие пиалы могут служить солонками или как шкатулочки какие-то открытые. Баночки разных размеров, выполненные не из массива дерева. Делает это все семейная мастерская пермская. Вот такие вот игрушки, волчки. Очень любят у нас детям брать. Совместно с мастерской мы сделали вот такие вот прялочки, подставки под телефон. Очень удобная вещь. Они бывают в собранном виде продаются, также бывают разборные. Также в линейке представлены колокольчики для коллекционеров и любителей. Они могут использоваться как елочное украшение. И магниты. Самые разные. Все изделия расписываются вручную, поэтому каждая из них уникальная, они не повторяются.